Всем снова привет, продолжаем Uncharted Судьба Дрейка. Так, нам попасть надо теперь в одно здание. Зацепится так? Угу. А что там за утка? Причем она незаметна, вроде бы, как бы. Ну ладно, если шум поднимем, да и фиг с ним. Салливан сбежал, прочешите все, найдите его! Ага. Так, один вон тот стоит, там стоит. Иногда медлить нельзя, да? Куда все делись? Ой, а тот стоит не очень удобно. Тот сюда идет с дровошом. Ё-моё. А тот куда делся? Тут еще был какой-то чувак. Так, этот пошел сюда. В какой-то момент надо начинать, вот это, я так понял, с этого. А, ё-моё. Плохо. А, там еще вон. О, этот, блин, до сих пор живой. Кто стрелял? С гранатомета причем. А, оттуда. Ой. Так, и что мне с тем с гранатометчиком делать? И вот с тем кериком. Ой-ой-ой. Опасный чувак. Так, гранатометчик там, вон он. Вижу его. Козлину. И так, и как же мне быть? Он здесь, вон он. Да, через это не стреляется. Офигеть. Огонь на поражение. А? Нет, не порядок. Я вижу еще одного. Ладно. Еще один. Где-то здесь. Откуда? А, вон он. Все, вроде все. Так, здесь полное. Та, залезь. Во. Давайте сразу осмотримся, что здесь интересного есть. Все с дробовиками, блин. О, золотая маска инков. О, прикольно. С такими же этими лопоухими сережками. Серегами. Но здесь больше ничего не вижу.
Наверное, ничего и нет. Наверху ничего здесь нет? Не. Ничего нигде не блестит? Вроде нет. Там оружие. Но нам сюда. Да, ну подождите-ка. А хотя что там ловить? По-моему, больше здесь ничего нет. Драка какая-то. Опа. Серебряный череп. Нифига. Хорошо, я сюда заглянул, значит. А был до этого золотой. Классно выглядит. Ладно, все. По-моему, здесь уже ничего и не будет. Патрончики только. Да, какое-то кладбище. Все, пойдемте. Заберемся. Ну да. Да вряд ли здесь что будет. И здесь тоже. Ну да. Привет. Привет. Я в тебя верил, Дрейк. Ну что дальше? Не знаю. Я соображаю на ходу. Но это точно то самое место. Погодите. Эти символы нам что-то подсказывают. А какие символы? Змея, ракушка, книга, якорь. Корона, стрелы и кубок. Да. Здорово, Роман, с Навара тут все переворотили. Это вот эти. Подождите-ка. Еще раз. Кубок, стрелы, корона, змея, ракушка, книга, якорь. Стрелы. А, можно. Стрелы вверх смотрели. Ну, как всегда. Ракушка вниз. Книга нормально. Это точно то место. Кубок нормально. Корона нормально. Змея ненормально. Надо развернуть вот так вот. Все. Ты ракушка кверх ногами должна быть. Или наоборот, я не знаю, как правильно кверх ногами. Может, это. Вот это как раз не кверх ногами. Ну что, похоже, нашли. Ага. Лови. Ну, что скажешь? Не знаю. Может, и тупик. Стойте. По-моему, тут есть какой-то проход. О, черт. Что там такое? Салли, живо назад. А? Ловушка! Салли, ты живой там? Салли! Да, я цел. Цел и невредим. Вот только копчик отбил. Слушай, возвращайся в библиотеку. Нам придется искать другой выход. Остается один путь. Вперед. Ага. Сокровищница. Снова склепы. Да, это какая-то... Какие-то мрачные катакомбы пошли. До этого все ярко так было. Ого. Что это такое? Хитроумный способ спрятать сокровища. Ну, вот там блестит, я вижу. На поломанном мостике цепями, которые держит. Куда нам идти? А это чё? Так. Стоп. Стрелки. На карте Дрейка в углу проставлены римские цифры. Это что-то значит? 2, 5 и 7.
2, 5 и 7. И что значит? Снова эта штука. О, двойка туда. Подождите-ка. Я постою, посторожу, а ты придумай, как нам перебраться на ту сторону. Окей, ну тут наверняка есть какие-нибудь секретики. О, есть. Отлично. Серебряная чаша с крышкой. У нас она такая уже была. Еще наверху там где-то сверкало. Где там она сверкала? А, вот вот здесь. Отсюда не видно. Вон деревянный мостик. Блин. Опасно. О, стоп. Пятерка наверх. Зачем? А, сюда. Нет. Ага. Нет, сюда. Нет, больше никуда. Вот эту штуку надо будет открыть. Там дальше, смотрите, сколько лазить. Так, да, пятерку показывает сюда. Ладно. Ну вот. Я заблудился. Да ничего, ты не заблудился. Тут все вообще не... Мало всего. Так, эта цифра нам не нужна. Вот пятерка, это я знаю. Хочу сам разобрать. Тройка нам не нужна. Водопад. Там колесо какое-то, что ли. Так, сюда не надо. Какой-то механизм. Механизм чего? Не показано. Единица нам не нужна. О, пятерка наверх. А, это не то. Есть там секретик? Нельзя, наверное, там посмотреть, да? Я не вижу, чтобы там что-то блестело. Да, там ничего нет. Ладно, сюда. Крючок. Это явно для чего-то нужно. Что-то происходит. Нейт, это ты сделал? Тут вдруг все задвигалось. Так, там цепь подвинулась. Стоп, 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 аккуратно. Чуть не упали. Да, вот цепь. Да, там ничего нет. А здесь... О, тут лестница, нифига. А я могу зацепиться, наверное. Или нет? Наверное, лучше не пробовать. Фух, успел. Ей-ей, камера. Двойка, туда. Салли, слышишь? Черт, нет сигнала. Да, там ничего нет, не вижу. Вон там лестница винтовая вверх ведет, ничего нет. Так, вот здесь, по-моему, что-то мелькало, я оттуда сдали видел. Тут снова это. А как? Во, видите, там моргает. Долечу до туда?
Фух, долетел. Серебряная брошь. Интересная. Больше ничего. Ой, там лазить что ли? Вот это сейчас прыгать придется. Офигеть. Фух, нормально. Так, нам туда. А можно вот так? Да, можно. Я не уверен. Наверное, туда нельзя. Но могут быть секретики, да? Но лучше не пробовать. Погнали наверх. Так, двойка туда, единица. Я понял. Не надо мне, я знаю, что двойка сюда. Пятерка вон. Назад есть? Назад хода нет. Да, мы там видели, что надо сейчас вот здесь. Ёлы-палы. А вот черные полоски качаются. А вот здесь надо аккуратно. Так, двойка. Эй, я добрался! Осторожнее! По-моему, это не очень безопасно. Все нормально. Я живой. Ой, блин, опять красную вовремя нажал. Так, здесь как, чё? Можно спуститься. Так, ладно. Можно здесь забраться, да? Да. Хорошо. Ага. Тихо. Ой, это... Ой. Нормально. Это нормально? А что случилось? Я понял. Мы сейчас здесь как раз и залезем. Чего такое? А, и проход получился. Мы на ту сторону перебрались. Придумай, как открыть эти ворота. Я жду здесь. Да что там? Чё за обезьяна там пропрыгала? Чё-то какое-то странное существо. Нет, ничего. Кстати, может быть и в горшках секретики всякие. Так, двойка показывает туда. А, вот и Елена. Так, мост. И что мне с ним сделать? А, вон цепь. А, это тройка. Это неправильно. Это не двойка, кажется, была. Очень странное помещение. Точнее, я даже не знаю, что это. Скала. Пещера. Что? Спасибо. Отлично. Погнали. Пятерка. Двойка. Вон туда, скорее всего. Ух, ё-моё. Ай, снова вы. Того и золото! Ты проиграл!
Убейте обоих. Вот ведь, час от часа не легче. Где? Фух, чуть не вынесли. Уйди. Сейчас я его достану. Больно, наверное. Порядок. Блин. Ух, ё-моё, что было сейчас? Так где? Опасно? О, супер. Где-то еще. Больно, наверное. Все. Блин, двое с гранатометами, это опасно. Так-то. Ой, тут бочечка была, можно было ее подорвать. Еще бочечка была. Ну. Ладно, неважно, погнали. Так. Там наверху что-то типа лестницы. Туда можно допрыгнуть? Можно. Что там внизу? Вода? Он здесь! Откуда они все будут? Отлично! Что, где еще гранатометчик? Что за херня сейчас была? Крики какие-то жесткие, вообще жесть какая-то творится. Где? Идите нафиг. Откуда стреляет? А, отсюда. А, вон там, вдали. И здесь секретка. Я, короче, не вижу. Там секретка. Вон она. А как ее взять? Надеюсь, это не тупик. Гранатометчик где-то. А, она его убрала. Нифига себе, метким выстрелом. Молодец. Так, нам туда, направо.
сюда не надо. Возьму калаш лучше. Вон они. Где вон они? Так, вот. И как мне туда добраться? Да ну. Здесь не допрыгну. Если только... Просто прыгнуть и просто суициднуться, что ли? Я не понимаю. Потом я не заберусь просто-напросто. А, может, цепь? Нет. Или оттуда аж. Уйди ты, блин, ты мешаешься все время, елы-палы. Ладно, пойдемте дальше. Я не могу понять, как там забрать ее. Ну, посмотрим. Наверное, оттуда. Вон там перепрыгивать. Скорее всего. Заглянем сюда. Или нет. А и фиг с ним. Ладно. В общем, вы видели, где, если что, секретка. Тут ничего нет. Мне это надоело. Нейт? Это Дрейк. Он ничего не нашел и умер здесь. Вот тебе и величие. Потратил жизнь впустую. Нейт, надо уходить. Ты готов? Да. Конечно, готов. Должен же быть отсюда выход. Сердце сокровищницы. Там наверху какой-то механизм. Эй, там лестница. Я могу дотянуться, если ты меня подсадишь. Ты где? А, вот где. Подождите-ка. А что-то так разбросано много всего. К чему нас готовят? Дрейк оставил кольцо. Дрейка. Ладно. Где тут лестница? А, вот она. Ладно, залезай. Ты тяжелее, чем кажешься. Достаешь? Это что-то типа лебедки, что ли? Тут веревка. Я попробую ее к тебе спустить. О, я вижу туннель. Тут можно выбраться. Привет, парни. Тише, Эдди, тише. Что там такое происходит? Ты их не видел?
О, нет! О, господи, нет! Нам конец! Это что такое? Нам конец! Нам всем конец! Нет! Эдди, вернись! Вот черт! Дрейк, если мы не выживем, хочу, чтобы ты знал, я тебя ненавижу! Ага, взаимно. Ну, приступим. Просто спусти веревку! Быстрей! Что-то у меня патронов нет больше. Хорошо. Бегущий человек. Беги и стреляй. Елена? Так, что-то как-то очень... Очень опасно. Высадил все патроны. Гадство. Есть. Давай, Нейт. Я тебе помогу. Держись. Боже. Быстрее. Просто бежим. Тут они нас не достанут. Нейт. Что? Где это мы? Я не знаю. Пошли! Ого. Да, вот откуда подлодка на Амазонке. Нейт, иди посмотри. Они его нашли. Проникли в хранилище и все оттуда вынесли. Да, но с монастырем-то какая связь? Не знаю. Что-то не складывается.
Если статуя теперь там, это значит, мы были прямо над ней. Наверняка этот лифт ведет наверх. Нацисты не оплатили электричество. Да чтоб тебя! Если добраться до машинного зала, можно восстановить подачу энергии. Только сначала надо найти выход. Стой, что ты делаешь? Что ты делаешь? Я нашла выход. Молодец. Ага. Ну что, пошли? Нет. Тут ты сам, ковбой. В смысле? Нейт, ты же знаешь, я не допрыгну. Я тебя не оставлю одну с этими монстрами. У нас нет выбора. Ты включишь питание, вернешься за мной, и потом мы отсюда смоемся, ладно? Иди уже. Я скоро вернусь. Ага. Прикольно. Погнали. Так, вот наверх. На верхнюю трубу. Вижу. Так, там автоматы. Ё-моё, лезть-то дофига. Ё-моё, аж туда лезть. Туда, вдаль. Ладно, посмотрим, что получится. Воу-воу. Не надо. Цепь. Эх, чуть-чуть бы, и все, сорвался бы. Да что такое, тут все гнилое. Так, вон, на эту лестницу, да? Фух, да, ракурс не очень удачный. Все серое, непонятно. Так, а перепрыгивать? Подводная лодка такая здесь, точно такая же. Нам на ту не... А, нет, на эту. Хорошо. Здесь темно. А у меня ни пистолетов. Блин, дробаш только. Офигеть. Нейт, ты меня слышишь? Салливан, ответь. Нейт, ответь, Нейт. Да, бесполезно. Сигнал не проходит. О, МП-40. Со Второй мировой. Немецкий. 34 патрона. Ладно, пойдет. Хотя бы так. Все, пойдемте. Не нравится мне это место. Что за звуки? Ой, сколько здесь авто... Что тут у них произошло? Автоматов тут. Котельная типа, да? Умывальники. И кинопроектор. Так, мы по идее подключим электричество, и он должен заработать? Ладно. Блин, нас готовят, короче, к чему-то. К жесткому. Что ж, пойдемте. Блин. Не надо так пугать. Жуткие существа. Короче, надо ко всему быть готовым, да? К вылазкам таким. Еще и звуки такие. Еще один. Нет, я думал по двое. Чё за звуки? Какого фига?
еще один автомат. И там тоже. Вашу налево, не пугайте меня нахрен так. Хорошо, здесь патроны есть. Ой, секреточка есть. Золотая статуэтка обезьяны. Замечательно. Так, я понял. Хорошо. Сейчас еще какая-нибудь хрень выскочит, да? Есть розовенькие, есть какие-то синенькие. Бляха-муха. Я не знаю, что делать. У них прям украшения какие-то. Да. Эй, ну-ка покажи, что из-за украшения. Из золота. Так, просто выбежали отсюда, а? Нам, значит, ну туда направо. Кто бы сомневался. Так, 86. О, там комната. Да этот чувак не превратился. Я так понял, эти штуки попревращались. Люди. Я не думаю, что инопланетяне прилетели туда. Херней страдали. Но мистика, конечно, здесь, в Дрейке. Там кто-то плыл. Это, наверное, машинный зал. Ой, жуть, красота. Вот эту ручку крутить. Ну-ка. Да. Ну, о. Там что-то сверкало. А, там оружие. То есть нам туда еще? Ой-ё. Так, ладно. Тут куча оружия, значит, сейчас что-то будет. Слава богу. Ай, как долго перезаряжаешься, гадина. Офигеть. Это очень опасно. Идите сюда. Я не пойду туда, ну нахер.
придется. Ладно. Перезаряжался. Там еще. Все. Эти мутанты все закончились? Так, нам надо в ту дверь, да? Убираем все, что плохо лежит. Ай-яй. Ладно. Второй рубильник. Свет хоть нормально дали. Выходим, короче, отсюда. Не хочу я ждать. Пошли нафиг. Какой-то сегодня на редкость паршивый денек. Нахрен не просто паршивый, просто пипец пугающий. Чего? Ну, ясно. До них добрались эти твари. Может, они и есть эти твари. Как отсюда выбраться? Нам сюда. Да. Тут толком-то и лабиринта нет. Лежит страшное проклятие. Испанцы выпустили зло и превратились в демонов. Моя команда погибла. Я несу бремя в одиночку. Корабли не покинут остров. Я уничтожил их все и затопил проклятый город. Великое зло не должно покинуть эти берега. Предсмертный час я посвящаю душу Господу. Да пощадит он это несчастное место. Фрэнсис Дрейк. Господи. О, нет, ну опять. Да сколько вас может быть тут? Гады. А что мне делать с ними, с вами? Уродцы вы. Готов.
убегать отсюда, да, получается? А, тут не выйдешь. Мы приходили с другой стороны. Тогда их надо просто порешить. Так, я могу открыть эту дверь? Да, я могу открыть эту дверь. Ну, давайте вы сейчас я... А я бы не смог бы, да, пока они здесь бегали. Значит, на статую этой Эльдорадо лежит какое-то проклятие, что эти существа... Вот эти существа это и есть... Да, дверь, я знаю. Существа это и есть те самые нацисты. И не только, это еще... С 1500 года, когда Дрейк еще здесь был. Те же испанцы, получается, да? И не только. Превратились вот в это. Да. Только непонятно из-за чего. Ну что ж, давайте узнаем, почему они это сделали в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. Обязательно оцениваем, подписываемся, комментируем, делимся этим видео. Если хотите помочь каналу, можете перейти по ссылкам ниже. Всем счастливо и всем пока.